Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Максим, и мы продолжаем путешествие по Обливиону. Играем мы сейчас в модификацию Midas Magic Spells of Aurum, и ищем мы Скипа. Чувачка, которого нужно привести в план природы, обратно вернуть его домой. Надо посмотреть только, где он находится. А находится он... Ой, она сказала где-то его найти, в какой-то пещере, по-моему, да, и вернуть ей. А где-то тут зеленый... А, вот он. Так, ну давайте от пещеры зеленый лук пойдем. Может быть, он будет там на месте стоять, никуда не пойдет от нас. А то так и придется нам за ним бегать, догонять его. Ну его нафиг. А, уже потемнело. Нет, он на месте стоит. Да вы что, охренели что ли, волки? Откуда взялись-то здесь такой толпой? Так. Вот другой вопрос. Давайте, давайте в мире животных. А ты у нас самый стойкий, да, оказался? Держи. Я там еще беса видел, летал. Так, хорошо. Зубы огра. Ну, может быть, пригодятся, когда жир тролля, не знаю, нужен, не нужен. Сумеречный волк. Так, мне интересно, какой у нас уровень уже, кстати? 24-й, блин, до 30-го еще ползти и ползти. На самом деле, я планирую пойти по основному квесту, именно во врата Обливиона, уже после 30-го уровня. То есть 30-й или после 30-го, потому что, ну, как я уже раньше говорил, там будет... более суровые монстры, и хочется как-то более серьезные врата Обливиона иметь, чем вот сейчас. Там будут ерунда всякая, скампы там будут, огненные атронахи, то есть всякая мелочь. Там же от уровня зависит, от левелинга. Даже Аскура Обливиона Оверхолд это не убирает, то есть, насколько я знаю, там все равно по уровню монстры остаются. То есть чем у тебя выше уровень, тем круче там существа. За 30 уровень, я как-то помню, я туда ходил, там были такие ребята... То есть дриморы, они были, у них рога такие большие-большие были, то есть они уже там крутые все были. С молотами ходили, все в доэдрики закованные, прикольно было. Форт Валсатрус, но мне не сюда, да? Нет, мне не сюда. Наши пещеры немного подальше. На миникарте, в принципе, я ее уже вижу. Еще какой-то лагерь там рядышком. И, как всегда, конечно же, полагивание. Что с ними сделать-то, а? Надо вот думать, что сделать с этим Обливионом, с экзешником. Там какие-то, насколько я знаю, какую-то операцию можно провести, чтобы он не 2 гигабайта только потреблял, а больше. Так, крыска. Ага. То я знаю, она нападет. К ней ближе подойдешь, она зацепится за тебя обязательно. Воющая пещера, да? Мне, наверное, сюда. О, смотрите, вот он. Прикольно. Скип, любимец Дриад. Офигеть, ты чудище какое-то. Какой-то уродец, я тебе скажу, парень. Так, и что она сказала? Привести ей его, да? Во врата пела, по-моему, же. Мы же оттуда, по-моему. Ой, это я его долго вести буду. Так, а где же эта штука? Как оно там называется-то? А, вот доминирующее касание. Пойдешь со мной? Да, действительно, это работает. Какое-то время можно его за собой вести, но потом придется, конечно же, его через 35 секунд перенакладывать. Это заклинание. Но нам надо его привести живым и невредимым, по идее, да? То есть, чтобы его не убили, естественно. Так. Врата пела. Ну, можно попробовать здесь его провести, короткой дорогой, в основном так. По большей части короткой, конечно. Но она может быть более опасная. Там вот, смотри, сейчас мимо лагеря иду. Какие-нибудь бандиты за нами зацепятся. Ну, еще мне, конечно, не очень нравится, что мы ночью идем. Хотя ночь красивая, ничего не скажешь. Так, ты давай не отставай там. Давайте еще я вот так вот, ага. Хорошо. Ну, вот она, скотина. Так, Скипчик. Ты там... По-моему, он невидимость наложил, я слышал, да? Вот, наблеющий. На блеяние надо идти. Хорошо, вроде бы он за нами идет. Вот у него защитное заклинание есть. Он просто накладывает на себя невидимость в таком случае. Ну и хорошо. Только, может быть, все-таки нам проще по дороге идти? Нет, ну по дороге будет долго идти. Придется так... О, вот он вылез, хорошо. Полуовца, полуурод какой-то, на самом деле, непонятный. Вот, вот вам и любимец. Дай бог такого дома иметь. Незваных гостей отпугивать.
Так, что там как? Немножко разбились с курса, но вот так, по идее. Так. Хорошо. Ну, если что, мы сможем его подлечить, я думаю. Хотя он, скорее всего, местным противником будет на один удар, так что я не думаю. Но он очень быстро бегает, кстати говоря. Вы сами можете видеть, за нами он идет пешком. То есть, а так, я так понимаю, он удерет, и ему его хрен вообще кто-то догонит. А вот медведь, аккуратно. Ну нет, ну... Ты что, за ним побежал? Ой, блин. Охренеть ты. Вот тебе и скип. Так куда ты? Он там дерется уже с кем-то. Так, а мы вообще как? Ну, конечно, мы отклонились от курса. Не дай бог. А сейчас я, он сдохнет у меня. Медведя погнал. Ты посмотри, какой четкий, упоротый. Вообще жесть. Я так думаю, мы сейчас всю карту соберем. Да иди нахрен. Так. Где мой скип? Блин, ну отлично, семейство кабанов поймал. Гаргулья. Так. Ну, ладно, я хотя бы по маркеру его вижу. Все, он вообще в пещеру забежал. Отлично, дебил. Ой, конченый. Пещера низин какая-то. Нифига он тут насобирал на себя. Естественно, они его ищут. Гаргулью давайте сожжем. Блин, попала мразь, а. Дружище, ты где? Вон он где-то бегает. Вот упоротый, а ты посмотри, что, куда побежал-то, а? Я надеюсь, он там жив еще. Стой, стой, стой. Так, где там моя... Где ты, блин, там есть-то? Да идицкая вы мать-то, насобирали весь лес на себя. Ненавижу. Так, скип. Он пошел к форту. Он вообще сейчас пойдет. Я из-за него сейчас зачищу всю вообще местность, наверное, да? Неплохо упал. Может, он сам туда идет? Ну, в принципе, да, мы таким макаром идем, конечно, потихоньку. Туда, куда нужен. Но то, что он исполняет, он у меня из-под контроля вышел, все. Стоять он, естественно, не хочет. Может, он сам туда идет, а? Блин, ну действительно, он там с кем-то воюет, посмотрите, что. Вот не имется ему. А теперь мне вот воюй со всей этой шушерой. Так. Где ты, где ты, где ты? Отлично. Вот и все. Ну что, загрузка. Конченый идиот. Все испортил. Где-то там есть-то. Ладно, пошли по дороге. Что с тобой делать? Да и по дороге тоже как-то странно идти. Или оставить его здесь, путь расчистить? Я, честно говоря, даже не знаю. То, что он начинает творить, это... Надо на дорогу выходить, что я думаю. На дороге хотя бы более безопасно, потому что тут его загрызут и все. А он ватный на один удар. Да, врат пела, конечно, далеко так идти. А телепорт я не думаю, что поможет. Можно, конечно, попробовать. Давайте мы сейчас вот так сделаем. Сохранимся. И попробуем сразу вот сюда. Она же здесь была, насколько я помню. Может быть, он за нами хвостиком сейчас попадет. Нет, конечно, он остался. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Он на островке. Не дошел немного, да? Ладно, попробуем. Здесь, в принципе, чуть-чуть осталось.
Но он, видите, он на месте уже, по-моему, не стоит. Ты где там? Давай, давай, покажись. Вон он ходит себе. Он пошел, наверное, на место домой. Да. Вот ты. Он от меня, что ли, подбежал? Это жесть, конечно, с этим скипом. И посмотрите, что он... Ну все, он ушел. Надо было, наверное, невидимости к нему подходить. Сейчас вот беги за ним. Беги, 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 беги. Вон он. Так, давайте попробуем на невидимости. Он пока не испуган вроде. Так, стой, дебил. Ты там как вообще? Все, отлично, заловили его. Хорошо. Осталось-то чуть-чуть мостик перейти и все. Офигеть, конечно, я с ним здесь намаялся. Они за это чуть мне должны нормальное, ценное дать. Так, у меня где-то лечилка же есть. Не дай бог. Так, среднее лечение на себя. А как на другого? А, оздоровление, да? У меня, может, что-то получше есть? Чем вот это 15 единиц. Нет, получше ничего нету. У Мидаса можно будет выучить что-то получше. Так, и опять переналожим. Хорошо, все. Подлечили. Здесь, кстати, надо аккуратно. Здесь форт и бандиты здесь рядом. Частенько любят ходить. Так, ну где-то там уже. Вот она стоит. Все, твое животное. Так, скип. Вы вернули его мне? Скажите моей сестре, что я скоро вернусь. Мне просто нужно сначала купить ошейник для скипа. Отлично. Все. Так, все, возвращаемся, получается, к сестре, да? Надо, чтобы он от меня отлип. А это кто стоит? Привет! Все, исчез. Ну, пофигу, пусть исчез. Главное, что мы задание выполнили. Я так понял, что он от меня отлип. Так. Что там у нас? Мне удалось вернуть скипа Деви Поляна. Мне теперь надо поговорить с сестрой и рассказать ей об этом. Для этого нам надо вернуться к Мидасу, само собой. А, к Мидасу. Ну да, все правильно, к Мидасу. Я уже забыл просто. Все, возвращаемся. Залазим сразу в план природы. Трейс, по-моему, я уже забыл, как называется. И докладываем сестре ее, что все в порядке. Давай награду. Так. Сейчас еще запроверю. План. Да, план природы 3С. Ну вообще он должен быть открыт, я же его не закрывал. Надеюсь. А, нет, смотрите, все, ничего не работает. Так. Т. Р. Е. Е. С. Вперед. Ну, маркера, к сожалению, нету. Придется так побегать, поискать ее. Ну, в принципе, этот план не такой уж и большой. И она, как правило, в окружении животных здесь стоит. Да, вон она. Найдена. Так, леди Поляны. А, приветствую, дядя Нирна. Скип. А, мы так обязаны вам за поиск нашего дружка. Возьмите эту книгу заклинаний как знак нашей благодарности. Вот, все. Вот это вот я и хотел, наверное, получить. Задание завершено. Чему учишь? Стрельбе, да, мастеру. Скип. На поляне снова царит мир. Скип. Снова царит мир. Ну и ладно, с этим планом тогда мы, получается, покончили. Давайте посмотрим, что там за книга, интересно. Волшебная поляна. Кстати, дешевая книга. А, неужто все мечты, и ты уйдешь? О, призрак оперы, ты здесь, своего часа ждешь.
Аромат успокоения. От мага веет запахом духов. Если цель успокаивается на 70%. Интересно, да как? Заклинание изменения, кстати. Благотворная ягода. Это слабое заклинание создает горстку ягод, которые немного восстановят здоровье. Эта направленная атака создает область скручивающих виноградных лоз. Любой пойманный в область запутывается виноградными лозами и ограничивается в движении. Интересно. Лоза. Лоза Мидаса — целевое заклинание, которое вызывает запутывающие виноградные лозы, чтобы ограничить вашего противника. Могут удержать только одного врага одновременно. Если ловкость врага и скорость достаточно высоки, он может вырваться. Мастерство зверя. Окончательная власть друида над разумом всех животных в пределах области эффекта. Ничего себе. Не затрагивает неестественных или человекоподобных существ. На зверей, короче, да? Интересно. Полиморф волк. Превращение. Превращает мага в волка. Немного непостоянный. Используйте с осторожностью. Варла. Ничего себе. Можно летать. Вот это круто. А что там? Перо орла. Ну где я перо орла-то выдеру? Из чьей жопы орлиной? Призвать белого тигра, волка, медведя, жуткого волка, орла, рой. Нападает на ваших врагов сверху. Рой. Насекомые. Да уж. Ужасного кабана, скипа, ну да. Растущие шипы. Направленная атака с области новых шипов. Снижение скорости и урон здоровья. Сфера природы. Да, сфера взорвется при воздействии или после шести вызывая волшебный ущерб. Ошеломляет. Ядовитый луч. Укрепление зверя. Укрепляет силу, выносливость, скорость и броню природного существа. Угу. Интересно, кстати. Выносливость, скорость и броню. Какого-нибудь, я не знаю, там, да, тролля вызвать, например, йети. Он природным считается или нет? И вот это вот на него скастовать, наверное, будет круто. Но на наших вызванных вот этот баф, наверное, не подействует, к сожалению. Так, ядовитый луч. Наводит на цели луч естественной энергии, которая отравляет и наносит урон здоровью ваших врагов. Есть 3 уровня. А, и все, и конец. Ну, я вам на самом деле скажу так себе. Книга, как по мне. Здесь шибко. Может быть, конечно, какого-нибудь жуткого волка можно вызвать. И укреплять его. Уж не знаю, или кабанов. Попробовать, короче, можно. Потому что нам здесь еще предстоит битва хорошая. Не в этом плане. А вообще, то есть, будет еще такой монстрик здесь у Мидаса, которого надо будет победить, чтобы получить возможность его призывать. Так, активируем. И возвращаемся. Хорошо. Я думаю, что мы в этой серии успеем сбегать еще один план. Я только вот не посмотрел, в какой. И можно будет, знаете, что протестировать? Вызвать какое-нибудь животное, да, из этой книги. И вот это вот укрепление на него тоже скастовать, тоже его замутить. Там что для этого требуется-то? Вот, например, какой-нибудь ужасный кабан, да? Подчиняющийся вашей воле. Мясо кабана, безупречный алмаз, скип — это ерунда, конечно. Орел. Ну, орел — это вообще, я не знаю, как он будет драться и где мне перо найти. Рой — тоже хрень. Вот медведя можно. Шкура медведя, как плазма. Самородок. Беспощадный. Или волка. Волк прикольно выглядит. Вот, и на него уже вот эту штуку, укрепление зверя. Кастовать, может быть, что-то из этого крутое получится, не знаю. Укрепляет силу, выносливость, скорость и броню. Интересно, кстати. Может быть, там настолько круто это будет выглядеть, что он будет валить всех подряд. Ладно, так, подождите, я не туда пошел. Мне же надо было посмотреть. Так, Триес, план природы, Тиарс, план мертвых. Вот это уже интересно. Что там за Тиарс такой? И наверняка нас там ждет что-то не очень приятное. Слушай, он план мертвых. Какие-нибудь зомби опять. Так. Т, блин. Да где Т-то? Так, Т. Е. А. Р. И. С. Ну-ка, пускай меня сюда. Вперед. А, ну, в самом деле, да. Разруха полнейшая. Кстати, они не агрессивные почему-то. Может, они тупят просто пока. Хрен его знает. Ну, пускай тупят, в принципе, мне все равно. План мертвых. И чего тут такое интересное? Надо где-то тоже книгу, я так понимаю, искать. Развалины какие-то. Чего-то. Ты правда не хочешь нападать? Да нет, не хочет. Какие-то странности, да, добрые зомби. О, мужик. Мужик, стой. Ты чё? А ты чё, сообразил, что драться надо? А, собака. Это пёс сдуревший был. И за мужиком побежали. Интересно. Зомби, кстати, на моей стороне.
Ну да. Так, короче, перед нами развалина непонятная. Ну пойдемте зайдем в церковь. Посмотрим, как раба уничтожит. Хотя, может быть, не стоило. Может, его надо наоборот спасти. Он бы нам хоть что-то рассказал. Кровавая арена. Подожди, дай с рабом поговорить. Блин, уроды. Я же не успел поговорить. Наручники у раба. Ладно, посмотрим. Может быть, и стоило его спасти, я не знаю. Так, это у нас что? Это у нас арена. Кровавое зелье. Кстати, я это только украсть могу, да? Одежный шкаф. Доспехи арены. Интересно. Зомби, да? Как его отсюда выпустить? А никак. Застрял он тут. Так, ладно, пойдемте отсюда. Что-то ничего я здесь пока не понял. Раб сдох, с ним уже не поговорить. Может быть, и зря, что я ему дал сдохнуть. Теперь я, может, ничего вообще не пойму. Ладно, давайте ходить изучать город. Какие-то же еще куда-то входы есть по-любому. Колодец. Колодец попасть нельзя. Так, ну это дверь, я так понимаю, бутафория. Да, не кликабельно. Дома какие-то. Что-то все сгорело. Кто-то здесь неплохо так повеселился, да? Камин. Ага. Ну, понятно, что ничего не понятно. Второй этаж. Тоже ничего нет. О, кладбище, ну. Как же на кладбище да без зомби? Да, мужик. Ну, я тоже об этом же. Не нападает, что самое интересное. Реально. Ну, вон какой-то домик, да, я вижу, склепик. Это нам туда. И там что-то еще я. Какие-то ворота мне показалось. Ладно, давайте не будем долго думать. Пойдем в этот склепик. Путешествовать можно долго, наверное. Гробница предков. Так, предки, ау. Дайте мне книгу, я пошел. Ого. Ты чё? Тебе чё, жить надоело, придурок? Ой, да ты тут не один. Ай, попал. Ах ты, гад. Гори, сволочь. Блин. Ну, он вообще слабо бьет. Вот так вот аккуратненько. Все, погорел. Гори, 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 скотина. Гори, темная. Так, вот эти бьют больно, поэтому от них надо... Ай, держаться все-таки подальше, не наглеть совсем уж так. Так, мана кончилась. Ага, так, отлично. Эфирные транах. А вот и смола, кстати говоря, которая где-то нужна была в каком-то заклинании. Так. Но я не помню в каком. Короче, понятно, некоторые ингредиенты придется добавить в разных планах. Так. Что тут у нас есть? Скелет, латунное кольцо и... Клинок создателей, нифига себе. Это ж меч Звездных войн. Меч предков был найден. Теперь у меня есть то, чем можно убить королевскую чету Некрополиса. Это ты, что ли? Король. Ого. Парализовал. Блин, ну ладно. Так, а что толку-то? Я ничего не понял. Ну, взял я, ну, убил кого-то. А какое-то задание появилось. Давайте хоть посмотрим. Королевскую читу Некрополиса. Интересно. Серебряное кольцо. Шкатулка для даров. Дары есть какие-нибудь? Да уж. Много даров-то. Какая-то, значит, здесь королевская чита есть. До которой я просто еще не добрался. Очевидно. И какой-то король призрачный на меня налетел. Ладно. А, ну пойдемте тогда по этому, по указателю. Как еще? Искать, кого там можно убить. Так. Замок, кстати говоря, нам сюда. Мужики какие-то. Катапульта. О.
Некропатианский солдат. В эбоните, кстати говоря, ходит. Ох, я бы поносил, но что-то... Я не знаю прямо. Перегружен я буду. Какие-то чудища лысые. Так, ладно, где тут мои эти самые все? Вьючные мулы, перышки. Так, ты кто такой? Уйдите прочь, разве вы не видите, что мешаете нам? Да. А ты что скажешь? То же самое? Ага. Во. Принц Некрополиса. А, вы из пророчества? Пришли положить конец нашей вражде? А, о чем ты? Что за вражда? По традиции, мой отец должен умереть, и только тогда я смогу править. Но по стечению обстоятельств он может умереть только от меча предков. Ну, есть такое у меня. Меч предков. Меч предков — это страшное устройство, способное отнять у любого некрополианца его бессмертие. Ну, хорошо. Кстати, озвучили, да? Прикольно. Принц Некрополис дал мне задание отыскать меч предков и убить им его отца короля. Ну, давай мне. Так это клинок Созидателей, но никак не предков. А это что ли твой отец? А, вот он, меч предков, ё-моё. Ладно. Ну. Понятно. Меч предков я нашел. Так, ладно, что нам, куда идти-то? Давай я бафнусь, наверное. Тело, кости. А вон там ходит кто-то. А попасть мы не можем. Сдается, мне надо воспользоваться, наверное, катапультой, что ли, все-таки. Какой-то турпешник. Так, катапульта. Бомбы. Наверное, я неправильно сделал, да? Она так заряжается. Ой. Мужики, извините. Так. Давайте-ка я все-таки загружусь. Да, понятно. Наверное, надо загружать и кидать туда. Я так понял. Ну ладно, хорошо. Так, это вот сюда. Отлично. Опа-на! Чудно! По-моему, это извращение, ребята. Метательный камень. У меня есть другая идея. Катапульта здесь работает через жопу, поэтому я так понимаю, что ими, этими бомбами я должен был взорвать ворота. Поэтому давайте мы сейчас сюда положим парочку. Может быть, так оно как-то сработает. Ну, потому что как-то... Оно, конечно, задумка прикольная, но бомбы летят через жопу. Во, отлично. Получилось открыть. Ну что, говнюк? Землю будешь жрать? Кто тут король из вас? Торговец. А, не закончится. Забыл пожелать Некрополис. Нравится ли наш красивый город? А, вообще отлично. Сапоги олимпийца, легкие доспехи, акробатика. Понятно, все с тобой. Человеческое сердце, листья полыни. К сожалению, у меня нет денег. Ты что ли этот, король? Ты солдат, да? Да боже, красивый город, ага. Так, ну, мне надо убить отца. Это что ли? Ты отец? Некромант. Торговец, да? Я так понимаю, мне надо пойти внутрь и найти отца. Криптозамка, пойдем. Сходим, пока не тут месяца, пусть месяца себе. Так, а у меня что? У меня сейчас все спадет с меня. Перышко мое. Блин, перегружен уже, а? Не катит. Ладно. Какой-то слизь. Какой-то слизь ползает. Да успокойся. Что такой шустрый? Принц Некрополиса без сознания. Ой, принца нашего. А вот этот уже вражеский, да?
Ты уже драться хочешь? Так. Да-да-да, знаем у вас безголовых упырей. Горите нахрен. Так, что-то я заблудился. Ну, наверное, сюда. Криптозамка. Дайте мне уже батю. Я его быстренько кончу, заберу книгу и пойду. Ни хрена себе! Грызун необычного размера. Корабль целый. Так, что это у нас тут? Секретный ход, нет? Нет. Вообще похоже, конечно, можно было бы что-то такое замутить, но... Но нет. Бочка. Криптозамка. Ну, значит, правильно идем, раз. Ох, вонючий, вонючий, вонючий. Отец, выходи. Твое время правления истекло. Кто там? Кто меня увидел? План не мертвых, это на выход, да? Кто меня увидел? Что за музыка играла? Ты что ли? А, он слизняка убил. Меня слизнячок увидел. Он слизнячка прибил и сам на меня напасть захотел, да? Идти-то куда, ё-моё? План не мертвых. Ну, давайте попробуем выйти, но я что-то сомневаюсь, что мне туда. Это вообще двор. Да нет, скорее всего, это ерунда, мне не туда. Давайте вернемся обратно. И посмотрим тогда по карте. Мы еще вот там не были, в середине, да? Блин, перегруз поймал. Вот ненавижу у магов такую жопу, что они... Да что такое? Что они очень слабые в плане веса. Ну, это, конечно, все тоже исправляется. Здесь же мы не чисто магом играем, да? Тут можно... Тут можно и силу качать, и что угодно качать. А как, куда мне идти-то? А, все, вот сюда, да? О-о-о, пошел нахрен. Криптозамка, так. У-у-у, слизнячок полетел. Все, свет кончился. Ну чё? Ой, ты? Скуксись. Кстати, может, в этой слизи что-то есть, а я... Слизистое желе, а я опрометчиво бегаю и не собираю. А мне надо, знаете что? Слизистое сердце, я помню, мне надо. Так, крипта. Крипта и крипта. Ну, я всю крипту обошел, и чего? Где вход-то к отцу, к императору? Мясо крысы. Значит, здесь что-то куда-то, да? Ой, ты не отец? Наверное, нет. Так. Ерунда, блин, золото надо брать. Я не сказал бы, что я богатый прямо. Так, а что? План не мертвых. Куда идти? Я хрен его знает. Ладно, друзья, давайте мы в следующей серии разберемся, куда идти. Вот, а на этом спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии свои. Я уже, честно говоря, реально заблудился. Куда идти, блин? Вот, всего вам самого хорошего и пока, друзья. До встречи.